Пара, представляющая Казахстан, Линда Нигматуллина и Руслан Гончаров. Микаэл Теривердиев написал музыку на слова Марины Цветаевой. «Мне нравится». Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам сердцем и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. Самый ночной покой, за редкость встреч с закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Я в первую очередь все-таки хочу отметить очень необычную пластику Линды Нигматуллиной. Она так движется, как никто. Вспоминая ее выступление на танцполе, хочу сказать, что и там тоже это бросается в глаза. Она, несомненно, женственна, но есть в ней что-то хищное еще. Очень красивая девушка, очень. К сожалению, не хватило сложности в этом номере. Практически ничего особенного ребята не сделали, но, видимо, владение коньками Линды пока не позволяет выполнять